Ukraine is definitely Russia, Medvedev. Then why do millions of Ukrainians resist with everything they have not to become Russia? And who will be the next Russia for the deluded Kremlin historians? Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина — это не Россия. Вот эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина — это, безусловно, Россия. Пятое. Мы, безусловно, доведем специальную военную операцию до логического конца. До окончательной победы, до капитуляции неонацистов. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Thank you guys for watching. Thank you for staying with us.